Ну а теперь, друзья мои, мы будем исполнять желание Кристины. Она безумно хочет на метро. И в каких она метро только не каталась. И в миланском. Шанель? Ой. И в Милане, и в Петербурге. Еще где-то там каталась. Бери Шанель, пойдем домой. Магазин Шанель. Опять каштан. Здесь оригинал, да. А мы с вами на метро. Вот так станция метро выглядит со стороны. Стандартный значок М, как везде. А здесь магазин сладостей, магазин конфет. И букеты из чупа-чупсов. Вот это желтые, что это? Зайчики шоколадные, такие у нас продаются. Я вам тебе подарю букет чупа-чупсов. А я тебе вот ту, как вазу. А, вот там. Такой а вот коробочка хорошая. Все, Кристина уже засуетилась. Метро. Заходим в метро. Сейчас посмотрим, сколько здесь стоит проезд. Какое оно здесь. Сейчас посмотрим, сколько стоят билеты. И вот здесь. Вот это и метро, и все, что ли? Ну вот, Кристина. Там экскалатор вниз. А может, уже все? А билет в метро стоит евро 50 для всех, без исключения никаких там детей. В смысле, что вот там 15, там не, ничего не. Все. Да. Покажи билеты. Ребенку, подожди. Да. Ага, 4 билета, вот так они выглядят. Вот так. Вот так вот выглядят евро билеты. 50. Евро 50. Мы едем на метро. Каждому да, билет. Каждому по билету. Билет. Мама, билет. Ну, там вот... Прикладывать в турникет. Да. Атмосфера римского метро. И здесь толпа. Везде толпа. И тут с чемоданами, и тут же с собачками. Кто-то только приехал в эту мясорубку. Здесь мясорубка. И здесь как будто футбольный матч кончился. Столько людей, как будто все с футбола. Кристина скачет от счастья. На Мальте она хотела кататься на местном автобусе. Потому что там не было этого метро. Здесь пока метро, значит, надо метро. Здесь, слава богу, на автобусах она пока не просится. На сутки 7 евро билет, а 1 евро 50. Сюда мы пришли, вот теперь здесь надо будет штрих-кодом билета, наверное, пропихивать. И там уже... Сюда? Вас так нет. Сейчас маму пропустим. Нет. Суньте. Ну, суньте. Иди. Теперь я, давай. Теперь спускаемся по лестнице.
вот здесь одна как бы станция. Туда, иди за Васей, иди. Вот здесь, так сказать, станция в одну сторону. Видишь, вот течет так. Да, от питерского отличается. Но Кристина все равно страшно счастлива. А, вот нам в эту сторону, ага. Кристина, ну что, ты счастлива? Ты счастлив, ребенок? Сколько остановок? Три пересадка. На третий выходим. Да, да, да. Там будет... Вот это вот стрелочкой пихать надо было в аппарат, ну, она вылезает, и дверцы открываются, вы заходите. А все вот просто. Этой сует, да, вот этой вот туда так вот. Ну вот да, так. Это ж пока неизвестно. Так вот раз и все. Я думала, штрих-код. Чтобы... Ну, чтобы нам просто в одну дверь. Атмосфера римского метро вам всем. Потолкаемся. Надеюсь, выйдем отсюда со своими сумками. Вася, сумка. Ну, похоже на питерское в том смысле, что давка здесь такая же. Вот это еще одна станция. Еще одна станция. Они все идентичны. Termini, corrispondenza con stazione ferrovia Termini e metropolitana linea B, uscita al lato destro. Stazione ferrovia Termini e metropolitana linea B, uscita al lato destro. Сейчас пересадка. Нет, нет, вон станция. Да. Давка от слова, которое нельзя произносить в Ютубе. А мне бы это сканировать. Так, Вася, подожди, но мы должны разве выходить? Это они на выход. Да, мы все на выход. Пересадка будет там, наверное. Разбираемся. Да, нам надо пересадка. Нам надо схему, да. Нам надо к Колизею, поэтому пока стоим. У нас пересадка, но, наверное, может быть, надо будет выходить и заново покупать билеты. Вот это мы не знаем. Или пересадка внутренняя. Может быть, внутренняя, а может быть, и выходить. Ну что же, потому что здесь не идет ничего. Может быть, там наверху пересадка или выход и опять заход.
на синюю ветку пересаживаемся и едем на этот Колизею. А почему Колизею? Потому что у нас там машина. Это мы просто крысину так катаем. Придумали такой маршрут, чтобы обратно вот так вот. Теперь нам надо синюю ветку. Мы были на красной, теперь на синюю. Ну, все просто, по сути. Если вы разбираетесь в питерском метро, то это вам будет ерунда. Здесь, а надо вот сюда. Ага, вот так вот. Пойдем. Еще покатаемся на метро. Так, вот эта сторона нам не подходит, а на эту сторону нам Колизей, нам сюда. И выходим мы на раз-два через одну. Нет, почему-то он не сказал, двери закрываются. Подземка. Ох, да. Так, а мы с вами еще полюбуемся тут на все. А, вот и станция. На Миланское похоже, да? Да, Милане такое. Наш. Для фотографировать. Уходи, потому что выходить надо. А где Вася? В другую сел, что ли? Они в другой, наверное, сели. О, здесь посимпатичнее даже. Здесь не эскалатор наверх, а лестница пёхом. И на выходе тоже билет, иначе вы не выйдете. Или выйдете. Ну-ка. А, просто. Нет, без билета. Просто. Проходи. Просто это, по животу тебя потреплет и все. Мы с вами вышли и попали куда? К вечернему Колизею. Еще раз увидим с вами вечерний Колизей. Красиво вам, да? Да. Особенно, когда близко. Да, особенно близко. Построили бы у нас на месте Горхола. Мама предлагает Колизей в Таллине построить на месте Горхола, а то он у нас разваливается, стояла бы достопримечательность. Тоже развалина. Тоже развалина, там крыша обваливается. А там, кстати, вводят экскурсии. Внутри с фонариками, что энергии нет. Вот и запишись. Я там детство провела и детей туда водила. Кристина не была, а Сандра там была очень много, и я. Там все были. Да. Мне напоминает какой-то универмаг закрытый. Красота, мам, правда? Жалко уезжать будет. Ну и да, но мы как еще долго. Я буду жить без Колизея. Да мы еще долго здесь как пошли. Я до сих пор жива без Колизея. Пойдем. Все, машина наша стоит.
нас ждет. Вот так. Как я люблю машины. И не люблю метро. Люблю машины больше вашего метро. И не надо мне вашего метра. Садись. У Васи, что ли? Нет, это босс. Похоже, да? Очень. Мама постригся поэтому. Зря ты, Вася, кашемировые эти, а? А там уже разобрали, да. Он сказал. Мама сказала, что будет Василия называть боссом. Там был другой магазин, такой же, такая же фирма вот эта, да, вот. И что? Ну, и там тоже вроде как было вот это вот, ну там как-то было без этих самых. Да, без, там без воротника, горла. Там ага. Вот такая просто. Ну, а может и такая тоже хорошо. Mm-hmm. Это ж кашемир. В принципе, не да. Обязательно горло закрывать. Ну, 20 евро, ну, конечно, недаром за разобрали. Две штуки надо брать было, да. Кашемир. И она не будет скатываться вот так вот. Да, да, да. Там и другие скатываются. Ой, находились, нагулялись. В общем, мы спать. Спать, потому что сил больше ни на что нет. Ох, все.